Подарки, благодарственные письма и теплые слова. Так начался рабочий день в отделении Почты России микрорайона Сходня Ферсановка. Представители администрации поздравили сотрудников с Днем Российской Почты. Сегодня мы пришли поздравить почтовое отделение Ферсановки наше. Оно единственное, очень пользуется спросом, почти все сюда приходят. Поздравить, добрые слова высказать коллективу в честь их профессионального праздника. Во время поздравления сотрудники рассказали о своей работе и о том, как изменилось отделение за последние годы. Очень нравится работа, нравится, что мы приносим пользу людям. Люди нам благодарны, жалоб у нас практически не бывает здесь. Но мы стараемся. Мне нравится работать с людьми, мне нравится приносить пользу людям. По словам женщины, отделение качественно изменилось. Теперь здесь можно не только забрать посылки, письма, но и приобрести продукты первой необходимости, оплатить коммунальные услуги. Также накануне в здании был проведен ремонт внутреннего офиса и входной группы. Алла признается, приносить людям пользу в обновленном отделении – одно удовольствие.